канале интернет-магазина Ulidin. Меня зовут Александр, и сегодня я сделаю обзор полностью автоматической медогонки с блоком управления ELO. Высота медогонки 124 см, ширина с ножками 115 см, диаметр бака 90 см. Двигатель расположен в нижней части медогонки, мощность 300 Вт, крепится к валу медогонки. Электропитание двигателя осуществляется от 220 через трансформатор или 24 вольта. Чаще всего используют два параллельно подключенных аккумулятора. Бак, кассеты, ротор и все внутренние части медогонки изготовлены из пищевой нержавеющей стали. Немного остановимся на новом пульте управления. В пульте управления ELO запрограммировано 6 программ для откачки. Подробное описание всех программ вы можете прочитать под видео ниже или перейдя по этой ссылке. Чтобы показать вам работу медогонки, мы используем муляжи кассет весом 5 кг каждая. На этой медогонке можно откачивать рамки Dadan, рамки Ruta, а также одновременно две магазинные рамки. В статичном режиме кассеты расположены радиально для удобства загрузки. После запуска они станут по хорде. Закрываем крышку, включаем питание. Производим выбор программы. Одновременно заживаем две кнопки. Выберем программу, например, номер 2. И два раза нажимаем кнопку старт. Кассеты стали по хорде и началась откачка. Сейчас началось вращение вперед. Скорость 80 оборотов в минуту. По программе номер 2 первое вращение занимает 1,5 минуты. Вот медогонка останавливается. Сама перевернула кассеты и началось вращение. Теперь скорость составляет 130 оборотов в минуту. Вращение 1,5 минуты. На медогонке стоит специальный датчик безопасности. Если мы сейчас откроем крышку, медогонка остановится. На пульте управления увидите надпись «Door» – «Двери». Для того, чтобы заново запустить и продолжить программу, закрываем крышку, срабатывает датчик и нажимаем кнопку «Старт». Медогонка продолжает выполнять вторую программу. Yeah,
закончилось второе вращение. Медогонка перевернула кассеты и началось вращение вперед со скоростью 110 оборотов в минуту. Дополнительно на пульте управления есть кнопка экстренной остановки. Проворачиваем по часовой стрелке и отменяем экстренную установку. Также в пульте Евро вы можете выставить индивидуальные параметры. Для этого нажимаем выбор программы, выбираем программу 0 и выставляем количество оборотов. Допустим, выставим 70 оборотов и время вращения 30 секунд. Также есть кнопка направления движения, вперед или назад. Нажимаем кнопку реверс и старт. Спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте свои вопросы и комментарии под этим видео. С вами был Александр. Добро пожаловать в наш магазин. Пока!